Как привлечь новых клиентов? Этот вопрос сегодня обсуждали застройщики, риэлторы и банкиры. С января следующего года государственную поддержку жилищного кредитования отменят. Поэтому на рынке недвижимости в последние пару месяцев ждут оживления. Я думаю, что повышение спроса будет. Однозначно, в силу нашего менталитета, когда мы все свои какие-то дела оставляем напоследок, вот, и люди будут понимать, что в ноябрь-декабрь еще есть возможность воспользоваться. Но это будет все-таки не скачок, а, думаю, плавное повышение. Но и сейчас рынок недвижимости не стоит. Это видно по разнообразию сданных домов и покупательскому спросу. 50% всех сделок с новостройками сейчас заключается с привлечением госипотеки. Застройщики надеются, что после ее отмены банкиры сами снизят процентные ставки. А пока готовы привлекать покупателей качественным жильем и скидками. У нас есть множество рычагов для продаж нашего жилья. Мы делаем действительно качественный продукт, поэтому я не думаю, что будут какие-то большие проблемы у нас с продажами в будущем году.